нам, смотря на баскетболистов, сразу в голову приходит наш трубач. Саша Трубач, да. Потому что он у нас 1,40 м. Когда он мимо проходит. Мне баскетбол очень сильно близок, потому что мы росли на звездах баскетбола. Шакил О'Нил, Родман. Все это люди, которые из хип-хоп-культуры, а мы с Романом из хип-хоп-культуры, в принципе, вышли. Вот. И эти люди нам давали в той мере, в которой мы хотели хип-хопа в 90-е годы. Вот поэтому с баскетболом все очень тесно. Друзья, все-все-все, вам победы во всех матчах, в которых вы принимаете участие, от дружеских до каких-то глобальных, и успехов вам в спорте, в жизни, во всем, что придумаете и чем будете заниматься. Под каждым словом подписываюсь. ЦСКА, побеждайте. Вперед. Очень хорошая команда «Цвинозвезды», давайте будем честными. Они до последнего боролись за плей-офф, да, они там и 10-е или идут 11-е. Очень много в этом сезоне выиграли сильных команд. И я скажу, что за это тяжело играть с ними было. И мы знали, что так будет. Плохо начали очень, да, вот, чуть не настроились. Я думаю, не знаю, вот это сказалось. Приятно возвратиться, почувствовать игру. Вот это, я думаю, самое приятное. Почувствовать вкус победы на площадке, вкус игры. Отдать должное ребятам, которые видели, что мне сегодня пошло. Играли на меня. Тренер тоже видел, дал мне время. И я, как говорится, много тренируюсь. Жду шанса. И надеюсь, что больше шанса будет больше. И я буду, как говорится, подтверждать этот шанс. С Кайлом произошло, да, травма, и хочу пожелать Кайлу скорее выздоровления, потому что без него нам будет тяжело. Я думаю, что не так все серьезно. No, we haven't even discussed it right now. Other things, you know, with the game and everything right now. But whatever happens, I'm positive. And I know that, that our team is going to be, come out this better. We have a great group of guys, a great group of teams. So regardless of what happened. We'll be fine. We'll come out better from it, not only me, but the rest of the group.
Дальше у нас ВТБ-лига, два матча на выезде. Нижний Новгород и Калев 9-11. Я думаю, вот это, к этому матчу будем готовиться, есть время. Я думаю, что, наверное, завтра, скорее всего, дадут отдохнуть, восстановиться и привести мысли в порядок.